привет! Выходные совсем близко, город подготовил насыщенную программу. Какую? Расскажу прямо сейчас. Поехали! День рождения у Миши в Доме музея имени Фрунзе 1 февраля. В программе просмотр мультфильмов, интерактивы, фотозона, много мастер-классов, в том числе оригами. Начало в 10:30. Черный кофе может быть не только бодрящим напитком, но и зажигающим джаз-трио. В последний день января собираемся во дворике музея Модерна и вспоминаем теплые летние вечера. В Доме дружбы народов на Воронежской 9 уже начали поджидать весну. Традиционные народные гуляния пройдут на первой вечерке февраля, в субботу вечером. Гостей ждут танцы и песни, а того, кто не умеет, научат. Начало в 17:00. На лекцию-концерт Дмитрия Дятлова приглашают в музей Модерна в субботу к 16:00. Поговорят о композициях Франца Листа. Уродливую красоту покажут в галерее «Виктория» в пятницу вечером. Но не пугайтесь сразу, это всего лишь документальный фильм. Влиятельные арт-критики утверждают, что красота исчезает из современного искусства, и что современное искусство уже не в состоянии продемонстрировать настоящую красоту. На этом все. Всего вам доброго. До встречи!